потрясающим фигуристам. Вилли Хапасала и Татьяна Навка. Рукавы назад. Вот. Давай, делай. Так я тебе не держу. Рукавы назад делай. Так я тебе не держу. А как ты мне держишь? Я этот эксперимент делала с Ромой. Что ты меня учишь? Я так. Делай с Ромкой этот элемент сколько ты хочешь. Ты так со мной сделал в начале тренировки этот элемент. Назад рукавы никогда. Как называется? Кризис. Кризис. Вот, кризис. Ну, вроде как мы думали, что кризис, но вроде как не кризис был, а вот сейчас, наверное, кризис. Побежал. И руки. Прощай. Рукава. То колено, то рукава, то он забыл. Ну, что я могу сделать? Сейчас рукава его мешают, потому что вот такие вот они. Виль, сделай так, чтобы ничего не мешало, ни рукава, ничего. Закатай их вот так вот. Твои рукава. Убери их, но они мешают нашей поддержке. Убери их, вот так сделай. Твои рукава. Мои рукава? Твои рукава, мне, ты мне скажешь, все. Ты что, вот твои рукава. Вот, у меня, вот, у меня все так идет, я не могу возвращаться. Твои рукава. Когда тоже я мешают. Тебя не держу, что я буду? Побежал за мной. Быстро, быстро, быстро. Обнял меня, ну. Сжимай. Куда? Поцелуй, поцелуй. Вот, вот, пошел, крутись, ложись на меня. Вот, ай. Ой-ой. Осторожно, осторожно, осторожно. Может, положишь шапочку свою, чтобы она нам не мешала? Нет, это, к этому учатся люди всю жизнь, и это понятно, что это... Да, и можем делать какие-то простые движения, это понятно. Ну, а дальше, в принципе, просто выкручиваемся из ситуации. То, что сможем, то и делаем. Я была на этой неделе в больнице, клинической детской больнице, в отделении, где лежат детки, у которых онкологическое заболевание. И там один мальчик, Сережа Святкин. Сереженька, я тебе передаю привет большой. И я хочу, чтобы ты выздоровел и пришел к нам на шоу. Ты очень красивый, очень сильный, и у тебя все будет хорошо. Все, тебе большой привет. И от всех ребят тоже. Пока. Встречайте! Татьяна Навка и Вилли Хапасало! Пожалуй, впервые жребий распорядился так, что открывать соревнования будут Татьяна Навка и Вилли Хапасало. Посмотрим, как ребята справятся с волнением. Звучит композиция Аллы Пугачевой «Я пою». Я стою и пою, я...
Знаете, эта пара настолько сильна, что первый стартовый номер абсолютно не сказался на катании Татьяны и Вилли. Ну, Татьяна профессиональный фигурист, и даже, я думаю, что если Вилли волновался, она смогла его успокоить. Танец сложный, насыщенный элементами, нет каких-то пустот. В единицу времени очень много движений спортсмены выполняют, и все в такт музыке. Фигуристы чувствуют музыку, слышат ее.